Пиздец, заебался сегодня, наконец можно отдохнуть, поглядев на то, как ты заканчиваешь Deus потихонечку. Короче, донаты не работают, но с интернетом разобрался. Поставил новое оборудование, скоро у меня будет интернет 200 мегабит. А так, видишь, сейчас через HLS стримлю за полтора часа, ноль потерь кадров. Типа, да, заебись, разобрался, даже лучше интернет сделал. Даже получается, ну, как бы, то, что у меня эта проблема появилась, я из-за нее в итоге перешел на лучший интернет. Эх, моя еще предзаказанная версия не вылетала, была вообще охуительно. Но она вылетает. Блин, причем во время именно интересного геймплея. Мне эти сейчас перестрелки на этом заводе, вернее, в порту, нравятся, они прикольные. Я постоянно юзаю разное оружие. То гранаты, то пистолет, то винтовку, то снайперку, то гранатомет. Вот это реально круто. Столько разных оружий юзать, блин, прям приятно играть. Даже не помню, что получал такое удовольствие от, ну, от убийств ботов, знаете, в таком дефолтном синглплеер-шутере. Ой. Бля, всех заново убивать, сука!